Сегодня в Москве открыли памятник французскому летчику Асу Марселю Альберу. Во время Великой Отечественной он сбил свыше двух десятков вражеских самолетов и был удостоен звания Героя Советского Союза. Открытие скульптуры приурочили к юбилею легендарной авиационной эскадрильи «Нормандия-Неман». 75 лет назад советское и французское командование подписали соглашение об участии ВВС Франции в совместных операциях против фашистов. Это символ. Прежде всего, это символ боевого содружества Красной армии и французских вооруженных сил. Для нас эти символы очень важны, особенно в сегодняшней Европе, которая, к сожалению, опять живет с разделительными полосами. И очень важно нам с французами помнить, что нас очень многое связывает, гораздо больше нас связывает, чем разделяет.